Всем привет. Да, я опять решила начать снимать. Но решила попробовать немножко в другом формате, не так, как обычно я делаю. Что-то больше типа дейли, как я провожу свое время в Будапеште. Если кто еще не знает, я в феврале переехала с Испании в Будапешт. И я здесь учусь. Кстати, на заднем плане парламент. И я решила пройтись до острова, который находится между Будой и Пештом. Посмотрим, что там. Я еще не была там ни разу. Так что пойдем со мной. Я немножко показала остров. В принципе, хорошее место, особенно пойти там как на пикник и так далее. Вот, у меня сейчас еще есть 20 минут. Сейчас я хочу пойти на тренировку в 5, поэтому мне надо уже скоро уходить. Я, наверное, поеду на трамвае домой. У меня уже загорела кожа, хотя я была на улице. 2 часа в тьму. Я не сидела на солнце. Уже красная. Молодец. Я не очень понимаю, я модно выгляжу или нет. На улице так классно. Даже не верится, что еще мать. Не смотрите на меня, что я такая красная, просто я только с тренировки. Надо будет еще чуть-чуть потянуться, и можно домой. Я уже пообедала, собралась и готова идти гулять.